Задержан актюбинец, хранивший в своей квартире огнестрельное оружие. 6 сентября у 37-летнего жителя города при обыске по месту жительства был обнаружен обрез одноствольного огнестрельного оружия 16-го калибра. Помимо него у мужчины изъяли два патрона и нож кустарного производства размером 25 сантиметров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов. Ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.